Всем здоровья. Плановая чистка цепи солярочкой. Вот так все моем. Сливаем масло сейчас. Всего маслица поменял, цепь помыл, можно немножко прокатиться. Ну вот по набережной, не знаю, можно гулять, нельзя. В прошлый раз сказал, что можно, вроде было нельзя, но вот кто-то он бегает, ну мало людей, но бегают, кто-то катается на великах, ну, по крайней мере полиция не ловит людей. Он бегун в оранжевой майке бежит, ничего. Никто его не поймал. Вот приехал на такой пляжик маленький. Сейчас, может быть, попробую окунуться. Песок уже горячий. Здесь, наверное, я смогу войти. Водичка такая не холодная, градусов 18. Сейчас окунусь. Отлично. Надо постоять немножко, минутку, подумать, привыкнуть, и потом уже залезть. Фух, в этом месте чуть-чуть поплескался. Пойду чуть налево, там получше ход, там уже даже поплаваю, наверное. Здесь вон, ну там вон камни такие, неудобно так по грудь зайдешь, и все, волной сшибает. Ну, в общем, минут 5 я поплавал, больше не стал, потому что первый раз в этом году в воду залез. Кайф. Вода прям уже все, можно купаться. Искупался отлично. Еще бы искупался, но что-то боюсь. Приедет полиция и вежливо меня попросит. Лучше не дожидаться. Лучше быстренько нарушить и поехать домой. Народу все равно никого нет, потому что это считается нарушением. Ну, мне кажется, лучше так нарушить, там, 10 минут искупаться, чем, например, ходить в магазин по 3 раза в день.